Отец мой, благодарен тебе за твою милость, и сегодня ты сохранил нас до этого момента. Починка на месте стойки для синтезатора. Ребята, не столько зелени, сколько ее топчет, и копытами с корнями попробуй. Управитель расшумелся. Христос изменил нашу жизнь очень сильно. Некоторые даже плакали, честно вам скажу. Ну давай. Ты знаете, на утро проснулся другим человеком. Оно посеяло в наши души светлое семя, которое, надеюсь, прорастет. Мы дети интерната, и мы понимаем, что нам нужен Бог. Благословляем всю команду. В общем, вот этот беженцам, то есть концерт, помощь, Евангелие. Ибо так разлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Мы живы здесь и сейчас. Что нам делать, чтобы спастись? И Петр сказал: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. Спасибо за концерт, он был очень хороший. Мне очень понравилось. Истина его в рот и рот. Аллилуйя! Аминь.